К жителям 18-го микрорайона пришел настоящий новогодний праздник с песнями, играми, конкурсами, сказочными героями и яркой нарядной елкой. Новогодняя расписная красавица украсила собой улицу Озерскую. В городе с сегодняшнего дня начинаются самые настоящие новогодние события. Именно сегодня у магазина «Лесная поляна» мы зажгли первую, красавицу из Санкт-Петербурга. Огни на елке зажигали в атмосфере праздника и веселья. Жители микрорайона от мала до велика сразу же окружили главный символ Нового года. Елка на Озерской отличается от лесных красавиц. У нее нет веток и иголок, зато убранство выглядит по-настоящему празднично. Очень нравится, очень красивая. Это такой сюрприз для нашего города, это очень здорово. Даже моему сыну очень понравилось. Побольше таких праздников, а тут скучно жить как-то стало. А тут вроде как и весело, и дети весело, и взрослые смотрят то, что танцевали, плясали. Все, наверное, хорошее настроение новогоднее. Чувствуется, Новый год приближается. Такой подарок горожанам сделали предприниматели Заречного. Подобные елки установлены не только на улице Озерской. В предновогодние дни праздничные огни зажгутся на питерских красавицах у Театра юного зрителя и Дома культуры «Дружба». Светлана Демина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».